У мемориала «Вечный огонь славы» бойцы подразделений специального назначения. Они из разных регионов страны, от Республики Бурятия до Крыма. Разных возрастов и судеб. И все же это единое боевое братство. В Иркутске проходит 11-й международный форум спецназа. В этом году он приурочен к 115-й годовщине со дня рождения основателя спецформирования Ильи Старинова. Как отметил в своем выступлении кандидат в губернаторы Иркутской области Сергей Левченко, форум спецназа – мероприятие всероссийского масштаба и государственной важности. Люди в последнее время подзабыты, те, которые действительно были настоящими героями. Это же те войска, которые своей грудью защищали в первую очередь и своих товарищей, и всю страну. Поэтому вот это вот то, что произошло за последние годы, что они подзабыты, это чрезвычайная несправедливость. И то, что мы проводим вот такие форумы, помогаем в проведении этих форумов и много встречаемся с ветеранами и чеченских войн, афганской войны и других и локальных конфликтах, это их поддерживает в каком-то боевом духе, который у них всегда был. В этом году форум приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники встретятся с фронтовиками, а также проведут воспитательные беседы патриотической направленности с молодежью. 11-й международный форум спецназа продлится неделю и завершится 12 сентября. Татьяна Веретина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.